прямо над головой сел. Хорошо, напарник. Хорошо, напарник стреляет, хорошо. Вот прямо над головой сел. Стрелять неудобно, конечно же, было. Вот он лежит. Видел его? Видел, а как стрелять-то? Он перья до сих пор падает. Курица? Курица? Нет, петух он. Голова-то. Ага, смотри, когда курочка. Вот один из немногих моментов. Как его называют? А он еще один. Погоди-ка. Ну, блин, я и мазила. Два раза не мог попасть. Вон он сидит. Димка, видит? Ёба, еще раз. Смотри-ка, а он сейчас упадет. Вон он, брыкается. Смотри, смотри. Давай, давай, четыре раза. Сейчас стрелять. Давай, конечно. Тряпчик бронированный. Смотри-ка, и улетел. Да? Вот так вот бывает. В принципе, дистанция, ну сколько тут? Ну, классическая, метров, наверное, 20. Меньше, может, даже чуть. Ну да, 20 метров. И вот, 5 раз попали. Ну, видно, что попало, у него лапа отвалилась. Мы сейчас, конечно, пойдем поищем его. Ну вот, интересный момент. То есть вот, на маночек курочка прилетела, что не часто бывает. Конечно, тут трудно было определить. Кустак сразу села молча. Вот, ну вот и еще один рябчик тут же подлетел, даже выстрела не испугался. Еще один сзади свистывается. Ну, свистываться, да. Сейчас пойдем поищем.